Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылок с Китая. Пришли две вот такие посылочки, в этой посылке предположительно геймпад, это посылка халявная, то есть ее на халяву может получить каждый, ссылку скину в описании. То есть мне просто было любопытно, можно ли получить реально какую-нибудь посылку на халяву, вот одна пришла, потом посмотрим что там. Давайте сначала начнем с геймпада. Пришел с Китая, стоил 18 баксов, у меня уже это второй геймпад, первый геймпад это вот у меня, это для Xbox геймпад идет, это у меня беспроводной, тут нам пришел проводной. Случилось так, что я очень долго ждал этот беспроводной, в итоге открыл диспут на PayPal и вернул все деньги. И в этот момент, пока деньги возвращались, пока там вот это все обратилось, я подумал, что я буду ждать, я заказал еще один геймпад. И потом в итоге получилось, что этот геймпад я получил, деньги вернул, и у меня был заказан еще один геймпад, и уже выслали, что же я буду делать, уже обратно ничего не вернешь, поэтому пришлось уже ждать второй геймпад, и теперь у меня будет два геймпада. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, ну, я особо не понимаю, зачем мне второй геймпад, потому что это неудобно. Тем более, он проводной. Так, давайте его вскроем, посмотрим. Мне немного даже любопытно, насколько будет с ним удобнее работать. То есть там нет вот этого вот отсека для батареек, он будет вот сплошной. Он это достаточно хороший плюс будет. И кроме этого, он должен быть полегче вроде бы. Ну, я лично не люблю легкие джойстики. Мне кажется, что чем он тяжелее, тем он, так скажем, весомее. Так. Вот так оно все делает, упаковано. Опять в таком же зеленом получается целлофане. Мне этот тот геймпад в точно таком же целлофане пришел. Тоже в зеленом, такого же цвета. То есть, я не знаю, точно такой же, не точно такой же, но цвет точно такой же был. Вот. Такой, не знаю, кислотный цвет. Так, провод так намотан, как-то не особо аккуратно. Так, и вот сам геймпад. Геймпад такой же не оригинальный, то есть, ну, не, как отличить оригинальный от неоригинального? У оригинального тут есть крестик зачеркнутый, то есть знак Xbox. У неоригинальных просто сплошной вот такой серебряный, ну, серебристый вот такой, вот, не знаю, что это такое, кнопка идет, серебристая кнопка. То есть они не пиратят чужое. Ну, блин, я даже не знаю, это не пиратят, это по-другому как называется. Но просто их накажут, если они будут тут логотип Xbox использовать. Вот такой джойстик, кстати, вот только что заметил. Смотрите, что с ним. То есть у него один край, что ли, выше, чем другой, или это как вообще? У кого этого? У того. Этого ничего нету. Этот. Вот тут нету, ну, такого ничего подобного. Ну это. А, тут другой конец также делает. Ну, короче, веселая китайская сборка, но тут еще более-менее. А вот тут, смотрите, это реально заметно. То есть он, как бы это не критично совсем, но это что, они неровные джойстики, что ли, делают? Что за фигня? Вроде бы тут все в порядке сделано. Ну, просто, видите, тут такая щель, тут такая щель. Ну, в общем-то, Китай, все дела. Ну, самое главное, чтобы он работал. Джойстик действительно легче, чем этот. То есть, этот именно когда батарейками, он намного тяжелее. Он легче. Кроме этого, тут вот под пальцы ничего не подпирается. То есть, когда мы тут вот держим, да, нам вот эти вот батарейный отсек мешает немного пальцем раздвинуться. Ну, кому как удобнее держать. И без него, допустим, это было бы... Ну, блин, тут не показать. Вот без него как-то вот так тут легче пальцы могут держаться. То есть более удобно, можно сказать. Но со временем это все дело привычки. И к этому тоже легко можно привыкнуть. Его держать вот в этом плане немного удобнее. Все нажимается так же. Джойстики. Ну-ка. Не знаю, может, у меня уже разработаны или что, потому что, ну, так скажем, поиграл уже некоторое время, может, они уже разработаны, но тут они какие-то туговатые, так я бы сказал. Вот эта вот ненавидимая мной сердцевина, ну, крестовина, вернее, вообще не люблю Xbox, вот эту вот крестовину, она такая ужасная просто. Когда нажимаешь на, допустим, вверх, он вообще вниз может сработать, ну, вообще очень глупо она, по-моему, сделана. Лучше было бы раздельная, как у PS3. Ну, сделано все хорошо, идет вот такой длинный штекер USB, сделан длинный он специально, потому что вход у Xbox, именно передние порты, они находятся достаточно углубленно, и там без вот такого длинного штекера просто так не вставить. Ну, вот такой вот геймпад, вот с внешней части так очень похож на беспроводной. Единственное, что отличает его провод. Сзади у нас вот отличие, это у нас то, что тут нету батарейного отсека. Без батарейного отсека даже в некотором хорошо, то есть более удобно, но провод вас ограничивает, так что это все-таки, возможно, подойдет не всем, но в целом сделано все достаточно хорошо. Давайте перейдем ко второй посылке. Это халявная посылка. Мне больше всего, тут, кстати, не обращайте внимания, тут просто адрес свой содрал. Так,
Меня больше всего удивило то, что это у нас USA, то есть это США, Нью-Йорк. Ну, классно, что. Посылка из Нью-Йорка, можно даже так это назвать. А, так, у нас тут Mixed Value, Materials, $1, гифт, это типа подарок. Ну, это и является это как подарком. Это на тему, не знаю, церковной, что ли. Ну, там вообще у них сайт так сделан, я не знаю, мне не нравится вообще, как этот сайт сделан, как-то... Я не знаю, зайдете, ссылка будет в описании, зайдете, посмотрите, он как-то, блин, даже не знаю, как это описать. Вообще, в общем-то, не буду свое мнение по этому поводу высказывать, потому что некоторые люди относятся к религии серьезно и могут меня неправильно понять. Ладно, давайте вскроем, посмотрим, что это такое. Так, мне просто любопытно. На халяву посылку, что можно получить? Так что мы первое же получаем халявную макулатуру, это уже успех какой-то. Внутри еще халявная макулатура. И кроме этого, вы можете, не знаю, порадоваться, что вам посылка с самого Нью-Йорка пришла. Вот оно что. Так, посылки больше ничего нету. Все. Так, первое, что у нас тут есть. Халявный конвертик. То есть мы можем его где-нибудь использовать. Что можно получить на халяву? Тут у нас какой-то бланк заполнения. Ну, не люблю это дело, честно говоря. Так, тут у нас еще какой-то бланк. Фатима Центр называется. Ну, какая-то. Блин, я, честно, не особо разбираюсь в этом. Тут у нас иконка, по-моему, это наклейка. Нет, это не наклейка. Так, опять какие-то вот эти брошюрки. И у нас тут первое, что мы видим, это у нас, походу, Фатима Ватер. Типа, Фатима Вода, ну, это, скорее всего, типа святой воды. Мне просто любопытно, что это за... Что же я получил на халяву тут? Это реально святая вода. Единственное, что это вода самого, даже, наверное, не то, что она церковная там или что, то, что это вода самого Нью-Йорка, то есть аж с какой дальней дистанции к нам вода эта пришла, это можно даже, не знаю, хвастаться кому-нибудь. Далее у нас идет вот такая вот штучка, это вроде типа браслетика, наверное, в машину куда-нибудь цепляют. И тут у нас какая-то вот такая цепочка, наверное, так это назвать можно. Запечатано скрепкой. Так. И тут у нас это все вещи, наверное, освещенные. Я в этом вообще не шарю сейчас. Тут просто крест какой-то. Сделанный из чего он? Интересно, если он фарфоровый, то это вообще классно. О, слушайте, он фарфоровый. Ну, ой, не фарфоровый, фосфоровый, блин. Фарфор, блин. Перепутал. Он, то есть, в темноте светится, видите, он зелененьким подсвечивается. Классно, слушайте. Вот только ради этого можно заказать. Блин, я люблю такую тему. Я люблю то, что в темноте светится. Вот такая вот штучка. Тут, кроме этого, такие бусы. Кому-то, может быть, это там, допустим, если женскому, ну... Женским... Людям, блин, женщинам, короче, может быть, это понравится, вот именно такие вот бусы, я в этом не силен, ну, извиняйте, это посылка на халяву, так что на халяву и дареному коню в зубы не смотрят, так скажем. Ну, вот такая вот у нас штучка пришла на халяву, возможно, кому-то будет это интересно, ну, факт, что единственное, что я ценное тут вижу, это вот эти вот бусы, которые сделаны, ну, то есть они светятся, и, честно, уже не разбираюсь, что это фосфор, не фосфор. Вроде фосфор, по крайней мере, в детстве мы так это называли. В общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки и, в общем-то, подписывайтесь.